Так, какое пятое уже прохождение записываем, поехали. Чужого хлама что-нибудь полезное. Ну ни хрена себе! Восхищаюсь тобой! Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Правда, спасибо. Я не верю в удачу, но сейчас мне точно... Я твой должник. Привет. Я бы выпил, но теперь даже алкоголь хрен найдешь. Даже не знаю, как тебе помочь. У СИДов нет никаких прав на станцию. Тем более земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг... Делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. Да, они чудные и неразговорчивые, но наверняка станут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасны? О, да. Нет ничего лучше классики. Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. Ветерок в камерах. Мне жаль тех, кто перебегает к эдемщикам. Они просто напуганы.
чем ты думаешь? Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. И смотри, не упади. Мы выжимаем максимум из того, что имеем. И у нас здорово выходит. Отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Yeah!
Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Твою мать! Твоя напарница Хадсон у Иона! Ей приходится нелегко! Помощник, я отметил три места на твоей карте. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке и город Фолзенд на западе. Выбор за тобой, но я бы начал с Фолзенда. Слушай меня, долина превратилась в зону военных действий. Секта забирает еду, припасы, оборудование, все, что только можно. Даже людей. Иосиф выгоняет их из домов и заставляет вступать в секту. А если люди отказываются? Ну, скажем, ничего хорошего их не ждет. И хуже всего, дела обстоят в Фолсенде. Так что начни оттуда. Он добьется своего. Я слышал, когда все началось, Мерл поехал на грузовике в трейлерный парк у озера Сильвер. Он может за себя постоять, но тут, боюсь, один не справится. Я буду за тебя молиться, помощник. Это не к добру.
ракеты. Думала, что эта пушка мне пригодится. Сучьи эдемщики пытаются прибрать к рукам всю дичь. Нет уж, я не позволю. Huh?
работать во имя его. Я да. Это ферма Рэй Рэй. Бумер сходит с ума, я не знаю, что делать.